Всем привет, с вами Кирилл Рычков, и сегодня я буду снимать обзор на набор LEGO Jurassic World под артикулом 75917. Ну что ж, давайте рассмотрим коробку. В лицевой части у нас изображен на логотип LEGO Jurassic World, также возрастное ограничение, артикул, 3 мини-фигурки, 2 динозавра, а также сценка. На задней стороне у нас изображен логотип LEGO, артикул и все функции. Также здесь изображены по размеру все динозавры, как его собирать, и игра LEGO Jurassic World. Ну что ж, давайте посмотрим инструкции. Так, в наборе было две инструкции. Первая. Комикс, потом у нас рассказывается о делителе деталек, и мы начинаем сборку на 5-й странице, заканчиваем на 57-й. Также здесь есть мини-фигурки этой серии, динозавры и выигранный наборчик LEGO. Так, на второй же инструкции у нас продолжается сборка, и она заканчивается на 47-й. Так, у нас идет перечень всех деталей и такой вот мини-комикс. А также снова видеоигра LEGO Jurassic World, которую я обязательно куплю. Так, ну что ж, мы рассмотрели инструкции. Давайте посмотрим мини-фигурки. И первая мини-фигурка у нас — это спецназ акул, который охотится на динозавров. У него есть принт спереди на бронежилете, принт на ногах. Также у него стороннее лицо. В руках у него имеется оружие. На задней части у него тоже есть принт на бронежилете. Также этот бронежилет можно снять. Давайте попробуем. Так. Так. И так. У него есть принт спереди. И принт сзади. Давайте наденем на него броню и его голову. Так, что-то я какой-то пьяный. Ну что ж, перейдем к следующей мини-фигурке. И следующая мини-фигурка у нас — это Клайри. У нее есть принт спереди. Также у нее есть телефон. У нее есть еще есть принт сзади. Также двухстороннее лицо. Ну что ж, перейдем к следующей мини-фигурке. И следующая мини-фигурка у нас — это главный герой Оуэн. Ради него я и купил этот набор. Ну что ж, давайте рассмотрим. У него есть принт спереди и принт на ногах. Также у него есть два ножа. Принт сзади у него тоже имеется. И у него двухстороннее лицо. Такое злое и доброе. Ну что ж, перейдем к динозаврам. И первый динозавр у нас — это Дельта. Даже можно сказать динозаврище, не знаю. Эта фигурка очень подвижная, да. Вот. Видите, как я ее согнула? Так что она даже перевешивает подиум. Вот. Перейдем к следующему динозавру. И следующий динозавр у нас — это Блу. Это такой же динозавр, только зеленого цвета.
Больше мне нечего сказать. Перейдем к самой постройке. Вот такой у нас получился грузовик. Да, функций у него не сказать, что много, но нельзя сказать, что их мало. Во-первых, первый минус, здесь просто дофига наклеек, вы сами видите. Больше минусов у него нет. Вот. Ну что ж, давайте поближе его посмотрим. У нас можно открывать крышу и садись туда человечка. Даже два человечка. Так. Нет. Вот. Также здесь может двигаться стекла, если его можно так назвать. Дальше у нас есть вот такой вот прицепчик, как его можно так назвать. Что можно открывать двери. Так. Вот. И здесь можно найти мотоцикл Оуэна. Да. На самом деле, так он, его там не должно быть, но все же. Так. С этой частью покончили. Наверху у нас расположена пушка, которая может стрелять вот так вот. Сейчас. Вот. Обычно я видела только красное, но здесь появилась и зеленая. Она вроде бы еще есть в Звездных войнах. Сюда мы можем посадить белого человечка. Также эта крыша может сниматься. Внутри есть два компьютера, которых тоже можно снять и поставить здесь на землю. Давайте это сделаем. Вот. Первый компьютер и второй компьютер. Так, есть еще одна функция с этой пушкой. Мы берем, открепляем ее. Так. Да, вот. Супер. Так. Открываем это. Вытаскиваем. И суем сюда эту пушку. И закрываем крышу. Также есть еще одна функция с этой пушкой опять. Так, поставим сюда обратно. То, что ее можно поставить сюда, и она будет на земле стоять. Вот так вот много функций с этой пушкой. Ну что ж, подведем итоги. Этот набор подойдет каждому коллекционеру. Так что я вам советую брать. Правда, я его купила за 4000, это очень дорого. Ну, вы можете его найти где-нибудь на Авито за 1003. Но я его купил в фирменном магазине Лего. В общем, советую его всем покупать. Просто всем. Потому что он... Во-первых, очень круто выглядит. Такой вот грузовик прям. Во-вторых, у него есть два динозавра. Главный герой, главная героиня. И он очень функциональный. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.